Всем привет! Продолжаем путешествовать по выставкам моего маленького городка. Выставка французского режиссера-фотографа Зигфрида в Ирарте. Хочу вам показать его работы. Зигфрид Хансен – профессиональный фотограф уличной съемки, внимательным к людям, к их лицам. Родился в Мельдорфе в 1961 году, это Германия. Там живет и работает. Начинал как уличный фотограф в 2002 году. Присоединился к коллективу уличной фотографии в 2014 году. Участвовал в выставках в Германии, Берлин, Варшава, Вена, Луисвилл, США, Майами. Такой хороший фотограф, действительно. Как пишет в анонсе, профессиональный фотограф Зигфрид Хансен в уличной съемке внимателен к людям, к лицам. Это универсальный художник, режиссер, композитор, фотограф. С Россией его связывают тесные дружеские контакты в сфере авторского кино, авангардного джаза. Под псевдонимом Зиг он с успехом гастролирует с популярным трубачом Эриком Тюффазом. В Москве и Петербурге ему случалось играть с Владимиром Волковым, Сергеем Летовым. Эти люди близки ему по духу импровизации. Выставка «Кинограмма», работы которой я вам показываю, это фильмы, избранные фотографии незнакомцев. Она представляет Зигфрида в качестве убежденного сторонника аналоговой фотографии и ручной проявки, а также андеграундного режиссера. Серия снимков – это визуальный дневник автора, созданный, что называется, on the road, на дороге. Москва, Орск, Новотроицк, Таллин, Узбекистан, Афганистан. Где бы Зигфрид ни находился, он всегда безошибочно выхватывает суть происходящего. На черно-белых снимках фотограф запечатлел прежде всего местных жителей и случайных прохожих перенаселенных городов. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать. Просто замечательный фотограф, по моему мнению. Мне он понравился, свои работы его очень понравились. Надо уметь так фотографировать, выхватывать некую суть. Происходящего в данный момент. Притом это аналоговая съемка с ручной проявкой. Действительно, это сейчас не очень популярно. Сейчас же все на цифру делают. Вот. Ну, посмотрите, кто посмотрит, тот посмотрит. Но кто не посмотрит, тот, значит, и, в общем, ничего и страшного не произойдет. Будете в Рарте, заходите, посмотрите. Хорошая выставка. Ну, по-моему, она уже прошла. Все, всем пока, всем привет, до свидания.